Ну, а сейчас поделюсь с вами, как готовлю запеченные бутерброды. Такие бутерброды вкусные как в горячем виде, как в холодном виде. Можно брать с собой в качестве перекуса. И также отличный вариант для сезона барбекю, когда вы едете на природу. Пока будет готовиться шашлыки, у вас будет такое быстрое блюдо на перекус. В эти бутерброды можно добавлять все, что у вас есть в холодильнике, но я всегда за основу беру яйца, сыр, затем репчатый либо зеленый лук и французскую горчицу. Все остальное у меня может варьироваться. В этот раз у меня подходил срок годности творога, поэтому я решила его использовать. Вот добавила сюда. Таким образом также снизится калорийность блюда, так как я вместо большого количества сыра положила частично творог. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И пишите, как вы готовите запеченные бутерброды. Я обычно кладу не очень много и потом уже остатки распределяю по всем бутербродам. Теперь отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 190 градусов. Буду запекать до тех пор, пока верхушка не зазолотится. Вот такие бутерброды в итоге у меня получилось. Я запекала 15 минут при температуре 190 градусов. Но вы ориентируйтесь на свою духовку, и также, конечно, будет еще зависеть от количества начинки, которую вы сверху положите.